Привет всем! Сегодня показываю охотничий магазин, вернее, это магазин охоты и рыболовства. Он не такой большой, здесь есть гораздо больше такие огромные моллы. Охотников здесь очень много, и не только мужчины, но даже женщины. Но этот магазин такой особенный, потому что у меня муж мой здесь работал примерно 1 месяц, когда у них в компании был перерыв между контрактами, он инспектор мостов, и у него был перерыв, не у него, вообще у компании был перерыв, и он сказал, что я буду дома сидеть, пойду я поработаю в магазине. И он с таким удовольствием здесь работал месяц. Этот магазин тогда только открывался, он работал в оружейном отделе, любит поговорить об оружии, он тоже охотник. И мы когда сюда приехали с Никитой, он нас пытался тоже пристроить к охоте, но мы сказали, в животных стрелять не будем, стрелять будем только в мишень. Так, в общем-то, и получилось. Вот. А сейчас вот здесь фотографии я несколько сделала. Это такая оружейная комната, так скажем. Это не общий отдел вот оружия, а вот такая оружейная комната. Здесь продается коллекционное оружие какое-то дорогое, либо какое-то специфическое оружие. Вот тут револьверы. Так я пофотографировала, просто по витринам спросила, можно или нет. Сказали, можно. Здесь за оружие можно как бы сдавать, вернее, не сдавать, а продавать магазину, и магазин выставляет вот, то есть оружие БУ уже. Вот здесь просто поснимала, сейчас будет фотография, мне нравятся такие дуэльные пистолеты в чемоданчике, посмотрите, какая там стоимость у них, чемоданчик, часы. Здесь, конечно, есть все, что требуется для охоты, и обмундирование, и оборудование, и машины всякие, и лодки. Вот машинка, которую можно погрузить, например, в пикап такой же, как у нас, и ехать на охоту. Там по лесу уже в машинке ездить. Но вообще мне больше всего нравятся аквариумы. Видите такие сомики с усами? Здесь они называются catfish. Всяких разных видов. Это под номерами, они под номерами, он говорит, что это 38-й. Там написано, что это за рыба. Сомики тут, я сказала, что они спят. Здесь всякая рыба в этих аквариумах, и какая-то экзотическая такая, которая в реках, он там дальше скажет, в реках Южной Америки, в Африке. Но есть и местная рыба тоже в этих аквариумах. And that one's either Africa or South America. I'm like, which one's for you? Вот он тут, мой муж спрашивал у продавца, что вот про эту рыбину, это что за рыбина? Он сказал, что я не помню, или из Африки, или из Южной Америки. А перед этим, вот там они разговаривали, это была тоже какая-то catfish из Южной Америки, такая длинная, как щука, тоже с усами. Вот, а этот такой хорошенький, он тут передо мной позировал, позировал. Я его снимала, он большой. Эту рыбу кормят обычно там как-то по дням, там расписание висит в час дня, по-моему, через день кормят. И это такое, там собираются на, как на представление собираются на кормежку рыбы. А рыба такая крупная. Красавец. На рыбалку мы тоже ездим. Вообще здесь, конечно, в Техасе очень-очень много озер. Правда, бывает так, что вот в засуху они, ну, меньше становится воды в озерах, но потом как бы, ну, в прошлом году добавилось немножко воды. Ну, по-всякому бывает. Я сказала, что это кетфиш любит тебя. Ну, вообще-то все озера в Техасе практически, кроме одного, они искусственные, то есть вырытые когда-то людьми, и только одно озеро настоящее. Ну, здесь во время Великой депрессии, которая была вот в 20-е годы, 20-30-е годы прошлого века, здесь и озера,
создали озера, насадили деревьев, что здесь же прерия фактически, и построили дороги, так скажем. Это все началось вот с того времени, с времен Великой депрессии.